А компания Nautilus, спиннинг Nautilus Bass Pro. Отлично, заслуженное видео, пожалуйста, передаем, да, на судейский столик. Представляю вам спиннинг Bass Pro. То, что ранее было доступно только в премиум сегменте у топовых фирм, так называемый монокок, теперь появился в среднем ценовом сегменте у Nautilus. Это цельнокарбоновая полая конструкция, что для нас, рыболовов, в первую очередь дает прирост общей чувствительности при прочих равных до 30%. Ну и самое главное, каждое удилище делается для определенных целей, задач, способов и видов ловли. Конкретно серия Bass Pro делается для анимации вублеров, так называемого твичинга. И идеально способна анимировать абсолютно самый пористый воблер в заданном тестовом диапазоне. Спасибо. И скажу про цену. При всех этих параметрах рекомендованная розничная цена порядка 8000 рублей. Спасибо. Итак, у нас удилище. Удилище на очереди. И здесь победу одерживает спиннинг Nautilus Bass Pro, компания Nautilus. Я приглашаю вас на представителя компании. Как чувствовал, хотел заглянуть под наши памятные таблички, чтобы понять, кто же победил. Вы победили, но... Спасибо, ребят. Дождались. Да, дождались. Не скажу, чтобы совсем было неожиданно, но было очень волнительно. Хороший формат, очень интересный. Спасибо, ребят, организаторам. Спасибо вам за участие. Привет, друзья, у нас для вас очень интересная новость. Давай, Юрий, расскажи нам подробности. Я люблю выходить с выставки с хорошими новостями. Наша новинка этого года – удилище Bass Pro с монококом. В этом году выиграла звание товар года. Авторитетное жюри, в которое входили мастера спорта, заслуженные рыболовы, чемпионы Европы, признали именно вот это удилище лучшим, которое было представлено на весенней выставке «Охота и рыболовство на Руси». Павел, расскажи, благодаря чему именно это удилище стало лучшим в своей номинации? Да, удилище Bass Pro обладает рядом уникальных особенностей, которые оценили по достоинству жюри. Это монокок, то, что раньше было доступно только в топовом сегменте, теперь появилось у компании Nautilus в бюджетном, среднебюджетном ценовом сегменте. Паш, сколько оно будет стоить для розничных покупателей? Порядка 8000 рублей всего-навсего с такими передовыми технологиями. Это уникальное предложение от Nautilus. С чем я нас и вас, друзья, и поздравляю.